Вот такие последние ритуалы на удачу перед выходом на сцену от одной из малочисленных команд Лиги Достар из Житигоринского района Кайрат Нуртас. В команде всего 3 человека, но ребята на сцене держатся уверенно, шутят на самые злободневные темы. В отборочном туре команда выступила успешно, поэтому хотят держать марку и в 1/4 финала показать отличную игру. Для успеха много людей не надо. Вот. У нас уже есть на данный момент, мы чемпионы города Житикары, вот. Однократные, потом еще призеры, вот. И участники фестиваля Лиги Достар. Где-то с класса 5 я смотрю КВН просто, всякие фестивали. Потом, короче, школьный КВН играл, вот. Потом пригласили за район поиграть. Вот так и сложилось. Я даже с собой смену обувь принес. А зачем тебе смену обувь? Чтобы вовремя переобуться. В команде «Кайрат Нуртас» есть и один из самых юных участников Лиги Достар – Дидар Талгатов. Ему 12 лет. Но, несмотря на возраст, юмор у Дидара не детский. Он рассказывает, что попал в КВН случайно, а теперь хочет продолжить заниматься всерьез. Третий раз участвую. Как-то уже привык уже к сцене. Шутить люблю. Вот позвали на КВН, вот теперь шучу. Вот такие. Вот так шутки. Какой настрой на сегодняшний день? Очень хорош, очень хорош. Отрепетировали, все хорошо. Вышли на сцену, сыграли, прям все хорошо. Фестиваль областной лиги «Достар» в Кустанае проводится ежегодно. В мае прошел отборочный этап, где из 16 команд выбрали только 8, которые сегодня покажут свои номера. Времени на подготовку у них было достаточно. Кстати, призовой фонд сезона – 1,5 миллиона тенге. На сцене сборная команда Кустанайского района. Здесь собрались студенты сельскохозяйственного колледжа и школы-гимназии города Тобыл. Ребята очень волнуются, хотя все номера отрепетированы, а роли выучены. Мы настроены вообще на победу, но немного страшно, потому что мы самые, ну, как я уже упомянула, мы самые маленькие. Надеюсь на то, что нас пожалеют или посмеются над нами хотя бы. Получается, прошли отборочный тур, заняли первое место, взяли кубок, поэтому вот играем дальше. Но вообще это наша первая большая игра. Организаторы мероприятия – Молодежный ресурсный центр управления общественного развития Акимата Кустанайской области. Оценивают команды компетентное жюри, в числе которых бывшие КВНчики, депутат и кустанайские шоумены. Хамзат Урпиисов, Алия Досмагамбетова, РТН.